Сегодня мы отдаем дань памяти и увековечиваем имя Юрия. Он рос обычным парнем, учился в первой школе и выбрал путь воина, выбрал профессию защищать Родину. Юрий Никаноров жил и учился в Монине. Он погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине. Гвардии старший сержант награжден орденом мужества. Мемориальную доску в память о герое установили на доме номер 17 на улице генерала Дементьева, где Юрий жил со своей семьей. Почтить память земляка собрались родные и близкие Юрия, его сослуживцы, а также представители администрации округа, совета депутатов и совета ветеранов. Для нас есть и будет. Он сильный, добрый, очень честный, очень правильный. Для него был приоритет – это патриотизм, это защита. Это был, ну, для нас был, есть и будет настоящий мужчина. Для моего сына спасибо за это память. Для моего сына это будет пример, показатель, что его отец – герой. И большое спасибо за это. Эта мемориальная доска, она очень нужна и для нас, как для жителей и друзей его, и то же самое, как для будущих поколений, потому что они должны видеть, за что сражался и погиб Юрий, и чтобы они брали, что называется, в будущем за него пример. По традиции все присутствующие почтили память погибшего минутой молчания, а после возложили цветы к мемориалу. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.